hasta un lugar real. Так, Microsoft, окей, смотри. Да, разъединяю. Так, окей. Это у нас, например, выбрать компанию, потому что можно играть за Леона Кеннеди после радиомолчания своего участка. Кеннеди решит отправиться в Раку и Сиди, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. И Клэр, это только вторая компания, живет совершенно обычной жизнью, даже живя, что совсем скоро жизнь превратится в кошмар. Ну, как бы я думаю, что, по-моему, в оригинале тоже нужно было играть за двух, можно было, и та компания как отличались с чем-то. Я начну сначала, я ни разу не проходил второго визит, я играл в него когда-то очень сильно давно, но он как до конца не дошел, потому что то ли было сложно, то ли не искал. Но времени не было, мне помог. И все смотреть стало совсем уже лень, поэтому. Поэтому подтвердить, для было фанатов, для сохранения механизма на арене, для сохранения на броне. В обычном режиме. И окей, восьмая помощь при цели, мне часть просто значит значительно рисование. Ну ладно, я возьму стандарт, и хоть играть мы будем на джойстике, потому что это OneHead, Xbox One X, как бы удобно. Но все-таки целиться здесь как бы практически шутка, целиться уже в голову. Это, конечно, было лучше делать мышкой. Но пока ключ у меня есть только для Xbox. Слушай, я говорю серьезно, своими глазами. Я верю, приятель. Не отвлекайся, рассказывай об этом. Ладно, в общем, в прошлую пятницу иду я домой из бара и вижу, ко мне направляется женщина. Знаешь, она вся шатается. Но я подумал, что пьяная. Как, погоди. Скажи только честно, ты сам перед этим сколько выпил? Да нет, правда, я почти трезвый был. Да ладно. Послушай, ты уже. Она подходит, и я на нее смотрю. Ты бы видел ее глаза и нос. Все лицо было прогнившим. Фу. Как живой труп. Живой ходячий труп. Да, прям как моя жена. Я такого раньше не видел. Стоит еще не могу сколько звать. Ладно, говори, иди покойся. Слушай, не падай духом, ладно. Нельзя подаваться страху, верно? Тут-то и дело. Если растеряется и не замереть, они вопьются вслед за парни. Я видел, как она напала. Да ладно, на самом интересном месте. Нельзя только не хочу сказать. Нельзя только в поле радио поставить, так же можно идти на студенту. Так вот, а что я говорю? Кстати, секунду. Схватим. Сидеть и смотреть на это. Это же опасно. Совершенно сильно опасно тебя нет. Сбил вагон. Ну, скорее всего, это тоже был запай, потому что они там все рассказывали. Он был жив, все лицо. Это же конечно. На начале гугли, кстати, показали, был похож на это. Он был похож на что же делать? Что же мне делать? Бежать! Бежать! Она похожа, кстати, на мину. Да, вот из длинного на мину сегодня. А за какой мину? За мной можно даже не мину. Короче, это не демка. В демке у нас была затмена заставка. Вот они не особо как-то здесь там порвало целое кинцо. Показывают нам низою заправку. Посмотрим, как оно будет, если все-таки будет целиться дико неудобно. Как бы я, в принципе, я в мастер играть в шутан, но уже все-таки. Поэтому более-менее целиться я могу, но все-таки для общего, так сказать, взгляда, для общего созерцания, в принципе, никого нет. Посмотрите, мне кажется, может быть лучше. Если все-таки как-то все лечу, я потом не поддержу, то это будет странно. Мне кажется, звук цифрова. Я тебе, конечно, не хочу, но мне нравится цифрова. А
Thank you.
призываем вас обратиться в полицейский участок на одну сеть. Все обладающие сегодня предоставлены еда и лекарства.
очень сильно разбираться в моделях, на самом деле. Я просто не могу сказать, что красиво нельзя было пройти, но я помню, что сделал. Прикол еще в том, что сюда же и все такое случилось, и я не запросил.
Извините, пожалуйста, дай мне руку. О, держу. Я не буду играть, я не умею. Даже если я сыграю включено. Но это дело обидно, если вы на демку положите. Это просто лучше, что должно случиться. 30 минут на демку, серьезно? Может, но не везде! Бляха, я не хочу с ними стреляться, серьезно! Я же их обдуривал. Обдуривал я в демке. Каждую
знать когда. Я знаю легко. Скорее всего, где-то... Спасибо.